Неоднократно просили высказать свое личное мнение о первом лице государства Владимире Путине, что сегодня я и, собственно, хотел бы сделать. В текущем моменте нашей реальности очень часто доводится нам наблюдать такой факт, что люди, погруженные в свои проблемы, которые нам со всех сторон навязывает и создает наше так называемое государство, очень многие ищут виноватых, так или иначе. И, конечно, у большинства в силу непонимания или недопонимания, в силу того, чтобы найти быстрее виноватого, все сводится к тому, что виновата во всем, во всех бедах абсолютно, даже в том, что у него запор, виновата первое лицо государства, то есть во всем виноват Путин. Очень многие так любят говорить, значит, масса разных постов, масса разных всяких скабрезности и прочего, что, в общем-то, не делает многим чести и не говорит о высоком интеллекте, к сожалению. Но, тем не менее, хотелось бы вот сегодня сказать непосредственно свое мнение, что вообще происходит. Кто же такой Владимир Владимирович Путин? Владимир Путин представляет часть правящей элиты, которая так или иначе управляет сейчас нами, самоназванно управляет и от нашего как бы имени. Что такое правящая элита? Это та часть населения, 2% населения, которая в 1993 году захватила народную власть и стала управлять от нашего имени, то есть от нас с вами, от 98% всего населения России. Ну и здесь как бы не все гладко, да? Правящая элита, она не однородна по своей массе. Есть разнообразные группировки. Группировка Шойгу, группировка Ельцина, группировка Горбачева. Неважно, что их нету, этих представителей, да, последних. Но группировки, тем не менее, остаются. Группировка Лужкова даже живет и здравствует. Их масса. Но так или иначе, в силу определенных причин, исторически сложившихся факторов, большинство из вот этих вот группировок, они действуют по принципу: сейчас, значит, нам хапнем все, а после нас хоть потоп. Я их, в общем-то, прекрасно понимаю. Им очень хочется все, как говорится, всю херню мира на себя нагрести, отправить своих детей учиться в престижное заведение и потом, распродав все и разворовав, по-быстренькому тоже свалить за границу. Но вот только вопрос в другом. Нужны ли они будут за границей, уничтожив нас с вами, это уже пятый вопрос. Потому что кому они там будут нужны с теми же долларами, которые мы вывели из оборота и спрятали в подвалах Центробанка. Владимир же Путин представляет ту часть правящей элиты, которая так или иначе осознает, что без нас с вами и без ресурсной базы, которая у нас еще на данный момент остается и довольно мощная, они там, за границей, у своих хозяев, они там никому будут не нужны. И поэтому мы с вами еще живы, поэтому государство как таковое, если его так можно назвать, еще существует. Поэтому у нас есть время и место для определенных маневров. Я не буду вдаваться в чудеса нормативки, которые вытворяют наши юристы, управляемые, опять-таки, выпускниками гарвардских и ельских институтов. А хочу сказать лишь основное. Значит, понимая вот эти все вещи, что они там будут никому не нужны, они, тем не менее, конечно, сидят вот здесь на нашей шее, но оставляют нам, еще раз говорю, место и время для маневра. Путин появился как кризисный менеджер в 2000 году, такой серенький, никому вроде бы неизвестный. Очень напоминает это появление, значит, приход Сталина к власти, когда с товарищем Лениным
случилось плохо в 1924 году. И он тоже принял страну, в общем-то, полностью деморализованную и в разрухе. Но здесь я, вопреки всему, не хочу сравнивать Путина и Сталина ни в коем случае, хотя есть очень многие похожие моменты. Кризисным менеджером также был на поле боя в Великой Отечественной войне был маршал Жуков. Тоже ему было непросто. И судьба кризисных менеджеров, так или иначе, она повторяется. И что мы имеем на сегодня? Значит, эту часть правящей элиты, которая дает нам время и место для маневра, которая дает нам еще определенный отрезок времени пожить без конкретного тотального порабощения, Владимир Путин озвучивает конкретные тезисы, которые необходимы здесь и сейчас на исторически сложившийся момент. Первое – это управление, самоуправление на местах, никакого ручного управления, только автономное. И второе – полная прозрачность этого управления. Это замечательные тезисы, согласитесь, но почему это все не делается и не притворяется в жизнь, а выполняется лишь спинка? Когда приезжает Путин на место кого-то раздалбливать, когда приезжает губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал и тоже спинка заставляет что-либо делать, и тем не менее все равно ничего не делается. Почему так происходит? Потому что оппозиция все еще сильна, пятая колонна в силе, и коллаборационисты на местах землю из-под себя рвут, чтобы понравиться, чтобы угодить своим хозяевам там, за бугром, от которых они получают непосредственные инструкции, как себя вести и что делать. И у них есть конкретные конечные планы, поверьте мне, уничтожение всего славянского народа и всего славянского мира, всего русского мира. Часто, опять-таки, доводится слышать, да, такие вот сентенции. А царь-то не настоящий. Ну, тем не менее, да, скажу, таки да. Ретроспективно просмотрев многие передачи, многие, значит, вестники, где с 2000 года, где Владимир Владимирович дает интервью или выступает, масса мультимедийного контента, скажу, да, имеет место быть очень много двойников, может быть 10, может быть 20, а может быть и 40. Возможно, что самого изначально, того же Владимира Путина, и давно уже как такового, как личности и нету. Давным-давно его замещают вот эти вот самые клоны или двойники, как хотите, фейки. Но что это меняет? Разве это меняет те тезисы об управлении на местах и о прозрачности этого управления, которые он озвучивает? Он является визитной карточкой этой группировки, которая заинтересована в том, чтобы мы еще хотя бы немножечко пожили, чтобы было и у них время подумать, чтобы было время сориентироваться, как дальше жить, чтобы и они были в шоколаде, и чтобы до конца все не бахнулось, когда они станут никому не нужны. И вот так или иначе, я считаю, что Владимир Путин находится на своем месте. Кому бы это нравилось, не нравилось, можете начинать стучать кулаками в монитор. Тем не менее, факт остается фактом. Я считаю так, что лучше Владимир Путин, чем торжество мирового сионизма. У меня все.